пришло. Шикардос, но какое все-таки фантастическое место в Виннице? И Вишенское озеро, плита, да, Генчик? Ты согласен с этим? Да, мы там мало там. Ну, шалом, шалом, я приехал в Израиль. Смотрю, у вас тут так холодно. Да. У нас так, в Тель-Авиве так тепло сейчас. А вы что? Но вас тоже там бомбят, и нас бомбят, и вас бомбят. Вы первый день, не, ну сейчас пока спокойно. Но мы про погоду, про пляж, про... Как вам наша природа, Генчик? Все так, ничего, нормально, в принципе, да. То вы остаетесь уже тут или в Тель-Авив обратно? Да, я себе девушку найду хорошую украинскую. Девушки? А девушки такие есть. Нет, это не украинская, это молдавская девушка. С молдавской, ну, все хорошие, не будем делить. Ну, какое красивое небо, Генчик. И ты на фоне неба, это просто вообще. Сейчас, представляешь, сколько у тебя будет предложений от девушек? Мужик на фоне неба. Вообще. Ну так, что ты хочешь? Все. Общее место. Утки, лебеди, качки. Все здесь. Хитачки. Все на месте. Вот такой ноябрь. Прям, ну, зелень и желтых листьев все больше и больше становится с каждой секунды. Ну хорошо, Генчи, мы пожелаем всем гарного настроения. Аж мале. Это что значит? До зустречи. Счастливо. Пока.